Совершенно неподходящий инструмент. Конечно, зимой для уборки такого количества снега лучше использовать лопату. Так и на рыбалке. Что-то я как-то не подготовлен. Лед встал, а я с летней удочкой, с летним ящиком. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите передачу «Рыбалка для начинающих». И с вами я, ее ведущий, Евгений Антоник. А тема нашей сегодняшней передачи – зимняя удочка. Ну так вот, мы с вами это поедем, пожалуй, отвезем домой, отправимся к Алексею в магазин, чтобы все-таки разобраться, какие зимние удочки бывают и как правильно собраться на зимнюю рыбалку. За мной! Время рыболовной викторины. Какой из этих сетей можно пользоваться только вдвоем? Бреднем, Фейсбуком, Неводом? Ответ в конце передачи. Здрасте. Мне нужна, видимо, удочка. Ну, так, вот такая, может, подойдет? Смотри, вам нужна вот такая. А это хорошая? Очень. Сама, видишь, играет. Дайте две. Не вопрос. А что-нибудь еще надо? Не надо тебе ничего. Пять тысяч. Так, секундочку. О, это такие же? Да. Спасибо. Алексей, привет. Привет, Жень. Ну, мы сегодня с начинающими рыболовами хотим разобраться в особенностях зимней рыбалки. И, собственно, тема сегодняшней передачи у нас – зимняя удочка. Основное отличие этой зимней удочки от летней в чем? Размером. И то, что ты вываживаешь рыбу не за удочку, а за леску. А, то есть, в принципе, именно этим, наверное, объясняется простота конструкции самой. То есть, в принципе, здесь что? У тебя ручка только, чтобы ее... Ручка, катушка. Держать в руках. Стопор. Да? Фактически на нагрузки никакой на катушку у тебя не будет. Потому что ты не тащишь из лунки. Не смотрите на качество особо катушки. Главное, чтобы она просто хоть как-то крутилась. Вытаскивайте рыбу все равно из лунки за леску. Ну вот расскажи мне, в чем... Вот есть у тебя вот 4, даже 5 вариантов. Вот этот хай-тек, нанотехнология космическая. И, собственно, вот 4 удочки. Начнем вот с этой удочки. Эту удочку применяют для ловли как-то на блесна, на балансиры. Больше. А почему? Вот почему? В чем особенность, кстати? Почему блесны, балансиры? Вот она большая, у нас... Большая катушка. Ага. Она у нас собирается. Из двух частей состоит, да? Ага. Большая катушка, жесткий хлыстик. Ага. Можно убрать колечко, поставить сюда... Кивочек. Кивочек, да, и ловить на балансир. Ну, на балансиры там же не требуется каких-то особо нежного кивка, там, да? Да, все правильно. Так, здорово. Дальше. Такая. Называется она кобылка. Ага. Вот. Это для ловли на поплавок. А. Тоже хлыстик. Хлыстик есть, но не требуется кивок. Не требуется, да. А кивок не требуется, потому что есть поплавок. Вот такая удочка. Это уже для кивка. Угу. То есть это уже нормальная кивочная удочка. Ну, да. То есть, соответственно, ее нужно еще оснастить. Ну, конечно, леска, кивок. С тобой мы сейчас еще поговорим, да. Так, что вот это? Такая балалайка. Отлично. Тоже такой кивок. А вот из чего, смотри, вот это, из чего делаются вот хлыстики вот эти? Ну, хлыстики делаются, вот в этом случае сделаны из пластика, а здесь, как его называют, карбон, так правильно называют такое. Карбон. Что еще нам потребуется вот, нам для зимнего? Нам потребуется леска. Леска? Для поплавка, чтобы ты ловишь на поплавки. Дальше, мормышки. Огромное количество вариантов мормышки. Огромное. Как правильно выбрать? Правильно выбирать. Вам еще понадобится стражок. А, стражок, это он же кивок. Да, он же кивок, да. Берете кивок, одеваете на удочку. Берете мормышку. Так ее ставите. Здесь есть отверстие. Небольшое. Да. Для лески, да? Да, вы вешаете ее. Эта мормышка тяжеловата для этого кивка. Надо взять другой кивок. Должен быть вот так быть, примерно где-то. А скажи мне, пожалуйста, а если кивок сдвинуть немножко назад? Ну, можно сдвинуть. Он же жестче становится, понимаете, потому что меньше длина получается. И вот уже вот более-менее. Так, да. То есть, в принципе, можно регулировать, да? Конечно. М-
мормышку подобрали. Леска, значит, она наматывается в каком количестве? Сколько надо лески на катушку? Ну, они леска, обычная леска, она идет уже 20 метров. Угу. Правильно я понимаю, что если глубина водоема небольшая, то можно, в принципе, не все 20 можно метров? Можно разделить, там. Да, можно сэкономить, разделить. Ну, вот мы с тобой заговорили про блеснилку. Да. Да. Тебе нужны балансиры, нужны блесна. Балансиры, блесна. Покажи, какие варианты могут быть. Вот это окунь. Ага. Это тоже окунь. Угу. Это окунь, судак. Я у тебя еще, кстати, где-то видел, у тебя были удочки уже готовые. Были, да. Можно посмотреть, есть, вот, да. Готовый вариант. То есть, уже... если лень тратить время на изготовление, на подготовку к рыбалке, то, собственно, есть уже готовый вариант вот такой вот. Сколько он стоит? 100 рублей. 100 рублей уже, все готово. Мормышка на месте, кивок на месте, леска на месте. Очень правильная удочка отгружена, леска качественно поставлена здесь, мормышка фосфорная. Удочка для начинающего рыболова. Но и не только для начинающего рыболова. А удочка сделана все правильно. Замечательно. Друзья, на самом деле у нас есть возможность уникальная приобрести действительно качественную уже готовую удочку. Но обращаю ваше внимание на то, что очень часто в рыболовных магазинах продают не совсем качественно собранные удочки. И я бы не советовал вам тратить на такую историю деньги. Следите за тем, что вы приобретаете. Эту я, пожалуй, возьму, чтобы просто сравнить, что называется. Что еще мне понадобится? Значит, я возьму вот эти, по твоей рекомендации, возьму вот эти вот воблерочки и блесенки. Мне, наверное, понадобится еще мотыльница и мотыль. Угу. Правильно? Да. Удочку ты будешь брать? Удочку, да, давай, потому что я не буду делать из нее блеснилку, потому что я хочу сделать из нее как раз поплавочную. Леску тоже берешь? Леску беру, да. Так, давай вот теперь подойдем к мотылю. Мотыль. Ой, смотрите, какая красота. Понадобится тебе насадочный мотыль, угу. Крупный мотыль и мелкий мотыль. Кормовой. Кормовой, да, кормовой. А-а-а. Вот он. Вот такой. Ой. Это грязный мотыль подмосковный, кормовый. Немытый. Здесь полкило, мотыля этого хватит. Угу. Вот. Принадлежит... Этого даже много, наверное. Ну, много, но ты поешь не один, что ли, на водоем. Ну, да, да, да. Вот. Еще оператор со мной пойдет. Да. Вот я вам собрал. Может, проголодается. Плюс вам понадобится прикорка. Так. Прикорка тоже. Мотыльница вот. Мотыль. А, ну вот это как раз. Кстати, да. Друзья, важный момент. Мотыльница. Для чего, собственно, нужна мотыльница на зимнем водоеме? Мотыльница делается, как правило, из такого вот пенопласта достаточно плотного. И делается неспроста, именно из пенопласта. Не берите с собой железные банки какие-то, спичечные коробки, потому что мотыль, особенно в морозную погоду, в такой таре просто-напросто замерзнет. А вот в таком пенопластовом, да, пенопластовой коробочке... Вы его убираете во внутренний карман к теплу. Если вам не лень. Вот. Ну, если вам лень, просто куда-нибудь ближе к телу, да, чтобы мотыль не замерз, чувствовал себя комфортно и грелся за счет вашего, собственно, организма. Возьмем тоже эту и приклоночку. Очень хорошую приклонку, рекомендую всем. Угу. Это на подлещика, да, я так смотрю, судя по картинкам. Да, это на белую рыбу. Так, это тоже берем тогда. Что еще хотел? А парочку, вот парочку каких-нибудь мормышек бы хороших. А? Вот же, посмотри мормышки. Угу. И выбирай. Ну ты мне посоветуй что-нибудь, ты знаешь же водоем, на который я еду, что я буду сейчас? Фосфорную по-любому. Давай сюда, наверное, вот в баночку. Давай. Лучше всего, чтобы вот. Не потерять баночку в мотыльницу. Да, и вот такую черненькую. Ага. Для пущей важности. Это достаточно. Так, за это спасибо. Нужно поплавок еще подобрать. Давай, наверное, такой вот я. Обратите внимание, поплавки — это ручная работа. Сам делал? Ну, не я, но... А чё так? Времени нету. Поплавок зимний, кстати. Зимний. Отличается от летнего. Чем? Размером. Что ж у нас все с размером-то сегодня? Размером и то, что он, поплавок, когда ты его отгружаешь его, ага. Он должен быть под водой. Ага. А летний над водой. Это чтобы он, наверное, в лунке не замерз. Да. Вот смотри, я взял, значит, эту я хочу сделать под поплавок удочку. Это у меня одна катушка. Эти ты не берешь, я убираю. Нет, да? Это не надо. Я бы еще взял что-нибудь вот для того, чтобы сделать мормышку. Мормышку. Да, вот такая удочка хорошая. Ага. Очень вот качественная удочка. Делают у нас в России. Угу. Ну, в России начали что-то делать. Это радует. Да, начали. А смотрите, тут даже подставочка как выдвигается. Интересно. Вот, собственно, с ее помощью, этой конструкции, я, наверное, тогда и соберу сегодня. Попробую собрать удочку. Давай. Соответственно, подходящую. Я бы хотел, чтобы ты меня сориентировал по стоимости. Сколько это все у нас зимний, стоит? Во-первых, начнем с того, что зимняя рыбалка на порядок дешевле, чем летняя рыбалка. Нужно меньше всего надо, конечно. Удочки стоят дешевле. Хай-тека особого нет. Это стоит 180 рублей. Угу. 180. Такая удочка стоит 50 рублей. Угу. Так, берешь. Эту самодельную 100 рублей. Угу. Сюда. Вот это посчитали. Прикормка 150. Леска 120. Балансиры 500. Две блесны. Это 250.
И поплавок 40 рублей. А мормышки? Мормышки, да. И мотыльница еще? Мормышки. Мормышки стоят 100, и мотыльница 10 рублей. Это все будет стоить тебе 2000 рублей. 2000 рублей. Ну, вполне бюджетно, по счету того, что, в принципе, я готов к... Дальше мне надо будет, если я куда-то поеду, подкупать только мотыля там или насадки. Да. В принципе, мне больше ничего не нужно. Можно там проговорить еще, конечно, про ящик рыболовный, про бур, но мы предполагаем, что у меня это все есть, потому что я хоть и ведущий передачи «Рыбалка-то начинающий», но все-таки кое-какие снасти, кое-какое оснащение у меня имеется. Так, вроде ничего не забыли, да? Нет, забыл. Стражок. А, стражок, то есть да. Для удочки-то, для ловли на мормышку. 10 рублей. Кивок он же. Кивок, да. Все. Так, и подожди, пакетики мне какой-нибудь дай для этого дела. Наживки? Да. Вот так вот. Все, Леш, я тебе должен 2000, да? Будем считать, что стражок ты мне подарил. Между нами тут. Скидка. Скидка, да. А, что ж, друзья, мы с вами отправляемся в мастерскую, где из всего этого добра приобретенного постараемся собрать подходящий набор для зимней рыбалки. Именно еще раз проговорить с вами, что же такое зимняя удочка. Алексей, спасибо. Давай тебе же, удачи. Удачи. Счастливо. Все-таки на улице довольно-таки холодно. Что ж, друзья, мы с вами продолжаем разговаривать про зимнюю удочку. Вернулись из магазина, кое-что прикупили. Сейчас попробуем с вами собрать снасти для того, чтобы уже наконец-то отправиться на водоем. Посмотрим, что у нас в пакете. Итак, прикормку пока отложим. Мотыль кормовой тоже пригодится. Мотыльница. Блесен. Чуть-чуть у нас тут есть. Удочка раз. Шумовка. Удочка 2, удочка 3, мотыль крупный для того, чтобы можно было насаживать непосредственно на удочку, на мормышку или на поплавок. 2 вида лески, блесенка еще одна. Вот вроде и все. Итак, с чего же стоит начать наши с вами сборы? Хоть рыбалка у нас и для начинающих, но кое-какие снасти у меня в загашнике все-таки есть. В частности, я сейчас не буду делать удочку для ловли на блесны и балансиры. Она у меня есть уже готовая. А вот эти две удочки, которые у нас еще не собраны, мы с вами из одной сделаем поплавочную удочку, а из другой попробуем собрать вот вариант вот такой вот готовый. И посмотрим, собственно, как это все работает. У нас есть специально заготовленное такое подстольное ведро, где мы с вами протестируем, правильно ли отгружен у нас, соответственно, кивок на одной удочке и поплавок на второй. Давайте приступим. С чего же нам начать-то? Давайте начнем, наверное, с удочки все-таки поплавочной. Для поплавочной удочки лучше использовать вот этот вот экземпляр по одной довольно-таки простой причине. Потому что здесь, если вы обратите внимание, у нас не предусмотрено наличие кивка на этой удочке. Соответственно, именно эту удочку мы с вами снарядим для ловли на поплавок. А у меня в закромах родины есть уже готовая удочка поплавочная. Она довольно интересной конструкции. Мы с Алексеем это сегодня в магазине тоже обсуждали. Называется такая удочка, ну, по форме, наверное, называется она кобылка. На самом деле здесь намотка лески идет с двух сторон. И, собственно, как вы видите, кивка на ней, на этой удочке нет. Она используется именно для ловли на поплавок. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, постараемся собрать что-то очень и очень похожее на эту вот замечательную удочку. Ну, естественно, начать нам придется с наматывания лески. У нас есть с вами две бобинки с леской. Одна леска 0,2 мм, такая достаточно толстая. И вторая леска 0,1 мм, тоненькая, именно для зимней ловли. Я думаю, что ее мы с вами используем, намотаем где-нибудь метров 10. И будет этого нам вполне, я надеюсь, достаточно. Так. Кстати, по статистике Росрыболовства, если мне не изменяет память, по-моему, это их все-таки статистика, на самом деле зимняя рыбалка привлекает куда больше рыболовов, нежели рыбалка летняя. Наверное, связано это с тем, что ловля со льда, она все-таки обладает неким таким чарующим эффектом. Потому что фактически, пробурив лунку во льду и забросив туда приманку, ты в итоге достаешь рыбу, казалось бы, из ниоткуда, как будто из пола. Так, ну что ж, давайте прикрепим с вами леску к бобинке довольно простым таким вот узелком. Все, теперь можно спокойно наматывать леску. А особенности этой
удочки заключается в том, что катушка имеет некий фиксатор. Катушка элементарнейшей конструкции. Даже проще, наверное, чем знаменитая Невская. Невская, по-моему, хоть какой-то там есть внутри механизм. Здесь никакого механизма нет. Самый простейший болт вкручен в ручку. И на этот болт, собственно, и крепится сама бобина катушки. Что же мы делаем следующее? А следующее мы с вами крепим поплавок. Поплавок у нас вот такой вот, замечательной, простейшей конструкции. В чем особенность поплавка зимнего, чем он отличается от поплавка летнего? Особенность его заключается в том, что при ловле зимой поплавок, в отличие от лета, должен быть полностью утоплен, то есть находиться под водой. Вы должны его видеть, то есть он не должен уйти на дно, конечно же, но он должен находиться под водой. Для чего? А потому что, когда поплавок у вас будет находиться над поверхностью воды, у вас лунка постепенно, особенно если день морозный, лунка будет покрываться тонким слоем льда. Поплавок просто-напросто вмерзает в этот лед, и при поклевке с ним ничего не происходит. Поэтому лучше мы, соответственно, поплавок отгрузим так, чтобы он находился у нас под поверхностью воды. Сначала нам на леску нужно, собственно, этот поплавок надеть. Крепление здесь довольно-таки простое. Это самый обыкновенный кусочек проволоки. На него одет несколько кембриков. Поэтому по аналогии с хорошо известным вам с советских, наверное, еще времен бамбуковыми удочками. Сначала одеваем кембрик на леску. Потом в этот кембрик крепим поплавок. Вот, собственно, дорогими друзья, и все. Поплавок уже находится на леске. Следующий этап нашей с вами работы, связанной именно с поплавочной зимней удочкой, это оснащение всей этой конструкции правильным крючком. Так чем же, какой же лучше крючок все-таки использовать именно для зимней удочки? Говорят, что лучше использовать крючок с лопаткой. То есть не с колечком, а с лопаткой. Почему? Потому что крючок с лопаткой чуть легче, чем крючок с колечком. Там чуть меньше металла используется, поэтому особенно при ловле, допустим, плотвы или какой-то нежной рыбы, вы можете лучше увидеть поклевку, потому что рыба, собственно, немного пугливая. И чем легче крючок, тем, собственно, я надеюсь, что легче будет ее поймать. Ну, вот такой крючок, я думаю, надеюсь, что будет оптимален. Можно, конечно, использовать чуть поменьше, потому что все-таки зимой оснастка более нежная, леска гораздо более тонкая, и крючки гораздо меньше, чем при летней рыбалке. Но мы-то с вами все-таки рассчитываем поймать какую-то более-менее крупную рыбу, поэтому я возьму все-таки этот крючок. Ну, а если уж поклевки будут, а рыба все равно будет с этого крючка срываться, то мы с вами всегда на водоеме можем крючок поменять на меньший. Так, крючок привязываем там хорошо известным нам узлом, который в одной из наших передач мы вам уже показывали. Итак, берем кончик лески, делаем вот такую петелечку, прикладываем к крючку эту петелечку, кончик этой петелечки обматываем вокруг крючка. Зажимаем пальцами другой руки, кончик вот этот, который мы обматывали с вами, пропускаем через петелечку и растягиваем леской. Крючок привязан хорошо, аккуратненько, ровно. Вот можете посмотреть, какой получился дивный узелок. Итак, что у нас с вами сейчас получается? У нас с вами есть удочка с намотанной на нее леской, есть поплавок и есть привязанный к этой конструкции крючок. Что у нас остается теперь с вами, дорогие мои? Теперь у нас с вами остается только огрузить правильно этот чудесный поплавок. Для этого нам потребуются самые обыкновенные мягкие свинцовые грузила. Вот они у меня тут есть в достаточном количестве. Для начала оденем, я думаю, что наиболее крупный грузик. Ну и, собственно, как вы обратили, наверное, внимание, когда я вам показывал уже удочку готовую, обратите внимание, как здесь расположены грузила, от большего к меньшему. Это неспроста сделано, это сделано именно для того, чтобы была наибольшая чувствительность снасти, вы лучше видели поклевку, то есть у вас наверху находятся более крупные грузила, и дальше по убывающей, чем ближе к крючку, тем грузило должно становиться меньше. Итак, одеваем с вами самый крупный из имеющихся у меня в этом наборе грузил. Одеваем его на, крепим на расстоянии, наверное, сантиметров 10-15, может быть даже 20, вот так вот, смотрите, вот на таком расстоянии от крючка зажимаем. Вот у нас получается такая вот теперь конструкция. Значит, для того, чтобы понять, какой объем еще грузил нам потребуется, мы с вами возьмем самое обыкновенное эмалированное ведро и посмотрим, что у нас получится сейчас при наличии уже вот одного, собственно, грузила. Итак, ведро дежурное наше сегодня. Так, давайте с вами посмотрим, как будет работать наша удочка, как будет вести себя кивок, когда он попадет в воду. Это очень интересный момент. Опускаем. Вот, смотрите. Чем больше будет глубина,
тем, соответственно, меньше будет реакция. Этого вполне, вот, по-моему, достаточно. Ну что ж, я вполне доволен результатом, поэтому эту удочку я тоже, пожалуй, соберу. Но у нас с вами еще остается одна нераскрытая тема. Собственно, сейчас мы с вами посмотрим на два варианта таких вот удочек для блеснения. Так, вот у меня есть две такие вот удочки. Они принципиально отличаются немного своей конструкцией. То есть, казалось бы, они очень похожи, но на самом деле они различны. В частности, отличаются они самим кивком. Если здесь кивок из себя представляет такую вот пружинку с колечком и таким ярким шариком, чтобы было лучше видно поклевку, то в этом случае это кивочек, который работает чуть-чуть по-другому. Сейчас, минуточку, вот. Смотрите, каким образом это происходит. То есть такое колечко достаточно обширное из проволоки, и кивок как бы ныряет в него, когда вы работаете блесной. А сейчас давайте посмотрим, как же все-таки работает балансир и почему он называется балансир. Вот хороший пример балансира. В принципе, конструкция в виде маленькой рыбки, маленький крючок сверху и два крючка спереди и сзади этой замечательной приманки. Здесь у нас с вами есть специальный карабин. Давайте прикрепим, посмотрим, как же работает балансир в воде. Как правильно им пользоваться в воде. Когда вы делаете такой рывок, вот такой вот, вот примерно, балансир ходит из стороны в сторону в воде, тем самым привлекая рыбу. Ну что ж, я вполне доволен снастями, которые мы с вами сегодня подготовили для рыбалки, поэтому мы с вами все это смело можем складывать в ящик и отправляться на водоем. Ящик вот тут у меня под боком. Так. А помимо всего прочего, обязательно нужен бур, ну и, естественно, какая-нибудь тара под рыбу, потому как мы с вами надеемся все-таки что-то сегодня поймать. Поэтому встретимся мы с вами, дорогие друзья, на водоеме. Вы смотрите передачу «Рыбалка для начинающих». Время рыболовной викторины. Какой из этих сетей можно пользоваться только вдвоем? Бреднем, Фейсбуком, Неводом. И правильный ответ – бреднем. Называется вечерело. Поэтому вот здесь вот сяду около травки, недалеко от берега. Здесь кто-то поставил, кстати, жерлицы. И наверняка здесь есть, я думаю, что как минимум окунь. Его мы и попробуем поймать. Вот такой вот интересный девайс я с собой взял. Механизированный бур. Здесь прикреплен шуруповерт, специальный переходник. И, собственно, ко всей этой истории прикреплен бур. Будем экономить силы и стараться не вспотеть. И делаем недалеко, ну, чуть где поглубже, делаем сразу еще одну луночку. Все, две лунки готовы. Ну а чтобы бур у нас не замерз, особенно не замерзла самая главная часть, головка и лезвие, мы его оставим в вертикальном положении, вот так. Пусть он стоит, если нам понадобится, мы снова сможем его использовать. Ну что ж, надо теперь очистить лунки от снега, льда и шуги. И можно приступать к рыбалке. Одну луночку прикормим, а на второй будем пробовать поймать что-нибудь сразу на мормышку и на мотыля. И посмотрим, что из этого получится. Но, по крайней мере, мне кажется, что на таком расстоянии от берега точно должен быть, по крайней мере, мелкий окунь. Вот, начать я решил с удочки поплавочной. Глубину уже измерил. Теперь насаживаем мотыля. Надеюсь, что он в добром здравии пребывает после долгой дороги. Да, с ним все в порядке. Теперь только периодически проверять, посматривать, так сказать, на поплавочек. А мы с вами пока очистим вторую лунку. Ну вот, приманка уже на дне. Вот это видно по движению кивка, когда вы кивок опускаете, он уже не изгибается вниз. И от дна можно начинать потихонечку вот так вот, вот играть. Очень часто именно в этот момент бывает поклевка. Опускаем тихонечко опять на дно. И от дна потихонечку наверх играем. Оп. Есть! Смотрите, небольшая глубина, ну и рыба тоже, прям скажем, не крупная. Вот такая симпатичная плотвичка. Ну что ж, снасть доказала свою эффективность. Можно продолжить рыбалку. У нас еще остается на сегодня времени не очень много, но я надеюсь, что еще, может быть, пару рыбок я смогу поймать.
Дорогие друзья, что мы с вами сегодня узнали? Мы узнали, какие виды зимних удочек бывают, как их правильно оснастить, как подобрать наживку, прикормку. Собрались с вами несколько удочек. Я еще, наверное, может, чуть позже попробую побалансирить. А может и нет уже. Что-то уже солнышко садится. С вами была передача «Рыбалка для начинающих». И я ее ведущий Евгений Антоник. Удачи вам на водоемах. Как говорится, ни хвоста, ни чешуи. Счастливо!